Специалисты станции переливания крови на предприятии и в организации Бреста и области выезжают регулярно. В ходе таких визитов удается существенно пополнить запасы донорской крови и ее компонентов. Как правило, на подобные инициативы руководители и коллективы откликаются охотно, хотя бывают и исключения. Но в подавляющем большинстве люди понимают, насколько важным мероприятием является акция и само безвозмездное донорство. Мы выезжали в этом месяце на различные предприятия, выезжали в областную больницу, выезжали в центральную городскую больницу. Вот сейчас в учреждение приехали тоже здравоохранение, областной роддом. За прошедший период 2018 года в Брестской области было сделано более 27 тысяч кроводач, из них чуть менее 11 тысяч безвозмездные. У нас отработана система, отработан, соответственно, службой планирования, службы переливания крови механизм, есть материальные средства, то есть техника, оргтехника, сотрудники обучены. И, соответственно, это дает возможность выезды в коллективах организовывать, соответственно, такие акции. Эта акция в Брестском роддоме проводится пятый раз. Всего за время проведения таких акций, за 4, да, сотрудниками родильного дома сдано 62 литра крови. Много это или мало? Ну, наверное, это много, потому что всего в год потребляется этим же учреждением, роддомом, для оказания неотложной помощи, как правило, неотложной помощи, 200 литров. Медицинские работники, в принципе, самая активная и дисциплинированная категория доноров. Им, как никому другому, известно о том, насколько важными составляющими в лечебном деле порой являются кровь и ее компоненты. Я считаю, что это благородное дело. И, тем не менее, неважно, какой должности ты, да, на каком социальном положении ты находишься, но сдача крови – это важно и очень полезно. Я считаю, что спасти чью-то жизнь, кому-то помочь – это не пустое в нашем мире. Мало кто на это согласен. В будущем подобные акции продолжатся. К слову, сдать кровь безвозмездно при желании человек может и самостоятельно. Для уточнения алгоритма действий и механизма проведения процедуры необходимо обратиться к специалистам станции переливания крови. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.